Здравствуйте, дорогие зрители канала YouTube. Слушаем и воспринимаем мастера Рому. Здравствуйте. Здравствуйте. Бери баню. Бери баню, да? Поклонникам YouTube посвящается. Угу. Вот мы сколотили лаги. Я вижу лаги специально двойные. Да. Укрепленные. Сколотили двойные лаги. Первый рядок. Поставили первый ряд. Угу. Сейчас новая технология. Новая. Вижу цоколь. Да. Высокий. Сейчас, на данный момент, там, слышите, строгаются лжевинцы. Угу. Ну, сейчас мы будем ставить лаги. Сразу ставим лаги. Три лаги тут вот длинных. Тут одна короткая. Так. Мы ставим лжевинцы, угу, которые сейчас строганутся. И будем кидать пол. Сделаем пол. И начнем дальше собирать сруб. Угу. Под печку готово, залито. Да. Все сделано. А тут что, вот почему это тут так ровненькие стороны обрезанные? Ну, как чтобы... полулафет, что ли? Да, типа этого, чтобы место внутри стало побольше. Так как бревна у нас не маленькие. Здоровые, видно, здоровые, да. Это еще более-менее, там еще больше есть. Да. Из этого мы убираем боковинку. И внутри становится все ровненько. Так, это 3х3. 3х3 вот здесь. Еще будет пристройчик. 5 метров на 3, да? 5 на 3. И получается... Общее строение будет 3 на 8. Вообще четко, да? Здесь вот будет 2 метра будет предбанника. Угу. А дальше еще 3 метра. Будет 3 на 3 сарайчик. И все под одной крышей. Все под одну крышу. Ну, мы тут у уже... стоят колышки. Ну, вот строение вообще. Да. Колышки уже готовы. И все, ну, тумбочки вот залиты. Мастер Андрей, похоже, дострогал. Можно и там показать. Так, давайте посмотрим. Сруб как раз, я покажу сруб. Угу. Как раз баобабы, наверное. Материальчик вон вообще не хиленький. Пол уже строганный, вот пол. Вот. Строганный, фаска снята. Готовый. А похоже, он еще строгает. Посмотрим, что он строгает там. Трубик он виднеется. Кирпичок как раз на тумбочке уйдет. Вот он, лжевинцы. Как раз прогонутся. Вот трубик. Трубик. Здоровый, большой. И все... бока убраны и шлифованы. Отшлифованы, чтобы не было занос. Вот такой трубик. Пойдем тут, не будем мешать. Железо как раз на крышу с коньком. Ну все, что. Мастер Рома! Не удалось мне с мастером Андреем побеседовать, он строгает, не отрывается. Угу. Почему этот? Вот здесь вот вы шлифанули. Вот здесь вот бока. Можно было, наверное, не шлифовать, а оставить так. Зачем? Там была махристая вся. Она же чисто пройдена. На пилораме. Ну. Здесь остается махристая фигня от дерева. И занозы. Занозы будешь сажать. Занозы. Мы здесь все шлифанули. Вообще внутри его. Четко, да? Да. Так, а рубероид для чего положили? Кирпич, ведь, уже... кирпич ведь он влагоотталкивающий. Этот. Двойная защита. Двойная защита. И вот здесь есть еще вентиляции. Вот одна с этой стороны вентиляция. И другая вон оттуда видать. Тоже. И вентиляция, чтобы вентилировалась под полом. Когда
Вот тут вот вентиляция. И когда топится печка, надо закрывать, вставлять кирпич, чтобы тепло не уходило. А как только помылись, надо его убирать, чтобы проветривало. Все, хорош. Все, хорош, вырубаю. Надо работать.